рядом. Спасатель-кинолог Анна Строева уже больше 20 лет занимается воспитанием собак. В поисково-спасательной службе регионального МЧС Анна со своими собаками составляет целый кинологический расчет. Представитель необычной породы бордер-колли по кличке Шеннон уже опытный спасатель. Она прошла подготовку по поиску людей и свою специализацию уже не раз подтверждала и на учебно-методических сборах, и в реальных условиях. Поиски в лесу были, из 26 случаев 8 результативных. Вот. Также мы участвовали на поиске при взрыве на Снежке на птицефабрике. Ну, так как собака обучена на поиск живых, в общем-то, мы свою работу сделали по мере своих возможностей. Во время демонстрации поиска человека в недостроенном доме Шеннон без подсказки находит спрятавшегося сотрудника МЧС буквально за минуту. Все дело в уникальном обонянии четвероногого. Опытная собака-спасатель способна уловить запах человека на глубине до 2 метров. Нюша всего год учится на спасателя. В отличие от своей мамы Шеннон, Нюша по характеру более спокойная. Поэтому в кинологическом отряде Анны Строевой этой собаке доверили минно-розыскной профиль. На показательном выступлении Нюша, как и ее мама, тоже успешно справилась с заданием. За это четвероногие спасатели получили несколько минут свободного времени. Елена Смирнова, Сергей Ковач, события, Брянск.